Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тотем Паут, а мы наконец-таки возвращаемся с тобой в Ark Survival Evolved. Очень давно я не приступал к этой игре, ну и в принципе, да, мы нормально развивались, мы играли, все у нас хорошо, но прикол в том, что Арку было ужасно плохо, он фризил вот из-за последних обновлений жестко, вот вроде обновился, немножко получше стал, постараюсь тебе что-нибудь сейчас дозаписать. Но в чем прикол? Сегодня я хочу сходить на тег-коробку, которую я нашел буквально вчера на экстиншене. Да, на тег-коробочку сходить. Припасы у меня вроде по ней все нормально. Так, металл, кожа, да? Давай кожу тут добавим немножечко. Надо сделать металлические доспехи уже тогда. Раз, два, три. 4, 5. Отлично. На всякий случай. Я просто не знаю, что там сейчас будет. Если я сейчас онлайн полезу, надо жить, конечно, иметь хоть какую-то броню. Так, вот тут броня 100, да? А у меня на химке броня 65. Да, она слабей. Так, ну тогда я ее раздену тут оставлю, пожалуй. Оставлю ее, пожалуй, тут. Так, металл забираем, отлично, одеваем, все, четенько, сейчас прогрузится он. А, так, что я хочу, дробаш взял, сишки взяли, сишки у меня на четверочку пойдут, дробаш на троечку, так, патроны к дробашу. Патроны к дробашу. Вот патроны. Ну это так, немножко постреляться, если чё. А, ну да, еще надо саблю взять. Да, сабля. Ну я не думаю, то, что там прям жопа будет. А хотя, почему бы еще и не взять бесконечный боус? Почему бы и нет? Так, ладно. Отлично. Подготовился. Можно будет попробовать пострелять. Ну, я надеюсь, то, что там никого не будет. Если кто-то будет, мы вернемся за еще одними снарядами, разумеется. Так, что у меня с моим дрейком? А, вот вырос мой дрейк. Очередной. Давай, выпрыгивай. Вот такая красавица. Это серый дрейк. Первый раз у меня вылупляет такой. Это прикольная, конечно, штука. Серых дрейков разводить. Ну да, правда, она пока сырая. Ее надо будет, конечно же, качать и все дела. Этим я пока заниматься не буду. Так, иди на пассив. Так, давай. Мы полетим на Костоправе. Всегда прав, всегда прав. Так, ладно. Кстати, надо будет, наверное, тут что-то разгребать, делать тут какую-нибудь кормушку тоже, или парковку для дрейков, хрен знает. Короче, ладно, поехали с тобой. И да, места на базе даже уже как-то мало становится. Так, а зачем? Отключим гамму. Полетели, сейчас какой-нибудь луч найдем. Ну и, в принципе, можно будет идти. Так, блин, фигня всякая. Так, ну что, вот мы с тобой на экстиншене сейчас найдем этих чувачков. В принципе, тут у нас что, два человека онлайн на экстиншене? Я не знаю, онлайн они сейчас или нет. Если да, то будет весело. Ну, конечно, с моими призами это не так весело. Правда, призов побольше от того, что еще идет запись, но это совершенно не важно нам, ведь да.
Так, надо вспомнить, где они были. Да, я вспомню. По-моему, если так лететь. Так, а вообще, посмотрим внизу у нас что. Сейчас мы их найдем, и будет все супер. Вон где-то вот была эта коробка вчера. Сейчас я тебе даже время покажу. А, да. Вот тут она. Тут вот мы летели. Сейчас давай наверх. Это коробочка. Коробочка, ты где? Где эта коробка? Так, если память не изменяет. Так, ребят, ПВЕ все я проверил. Это не ПВЕ Трайб. Это Руссо Туристо. Вот они сделали такую привлекательную железную коробочку. Показываю время. Сейчас у нас 4 часа дня. Провожу грабеж, так сказать, не днем. Поэтому почему бы и нет. Так, на всякий случай. Так, давай. Я же сказал то, что у нас типа будет PvP сезон, потому что все это время я играл спокойненько. Так, ну, в принципе, можно начинать. Кстати, интересно мне, а почему это ты... Лоу. А, в смысле, кровать не ломается. Погодите, а у вас будет дамаг хотя бы от этого? Так, 15 тысяч. Ну да, дамаг проходит. Проходит же. У нас проходит. Так. Вот тут еще давай. О, как хорошо. Как хорошо-то. Давай еще немножко тут добомбим. Сижек, правда, не хватает. Так, еще. Как хорошо долбануло-то. Хорошо долбануло, жаль, ничего нет. И у меня с этого... Не нравится ничего, то, что тут ничего нет. Сколько тут еще? О! Ух! Заебись! Элемент всякий. Но это нам пригодится. Разумеется. Остальное все мусор. Так, атек-трансмиттер взорвется? Трансмиттер тоже взорвал, но ничего такого особенного тут не вижу. Окей. Ну что, дорогой друг, я спрятал, короче.
Все добыденное. Сейчас летим с тобой на базу. Надо сделать сишек. У нас тут объявился еще один враг, который находится под зеленым обелиском. Ну, типа враг моих друзей, так сказать, на Рагнаре. Они тут решили вот немножко строиться уже. Рейдеры эти. Хотя по ним пока не скажешь, но говорят то, что враг, ну почему бы нам их и не снести, потому что и мне выгодно. Типа, вроде бы нормальные такие ребята, наверное. А, еще у нас одна база тут тоже есть, турели недостойная. Может быть, скоро будем записывать ее рейд. Но я, правда, пока не придумал, как будем рейд. Ну что ж, ладно, не переключайся. Ну что, дорогой друг, вот мы с тобой опять и на операции сейчас сделаем. Ну, штучек 6 сижек, почему бы и нет. Больше и не надо, я думаю, на эту вражескую базу. Ну, как сказать, они враги, но они пока развиты без защиты, так сказать, да и в каменной постройке. Но если он меня просит, почему бы их и не снести? Сейчас еще раз повторяю, 5:29, 5 дня. Ну и короче, точнее уже даже 5 вечера, почему бы и не зайти, не подэфаться пацанам. У них есть шанс, пока я тут готовлюсь, хотя они вряд ли сейчас зайдут. Ну ладно, кстати, надо бы добавить волокна, а то что-то еще могу сделать. Так, волокно, отличненько, создать. О, как хорошо. Тут, кстати, у меня рейды, 2 рейда в неделю, по-моему. Пара-пара-папам. Надо будет, кстати, доспех отремонтировать. Так. Возьму-ка я лангу еще. Почему бы и нет? На всякий случай. Почему бы и нет? Так, отлично, это готово. Так, ну короче, пара-пара-пам-папам. Смотри, это я все взял, а надо сейчас тогда вот немножко с него детского взял. Немножко взял лутецкого. Надо сейчас взять 3 седла на аптеров и 100 гемов. Ну, кстати, сам видишь, пока база тоже не такая уж и очень, но я уже активно повыпэшусь, стараюсь для тебя, для контента, друг. Ты жить хотел контент на моем канале? Будет тебе контент. Так, найти бы луч. Ага, вижу. Блять, пропустил. Так-то. Так. Таксишку заранее достанем, отлично. Вот смотри, что у нас есть. У нас есть 1 седло, 2 седло птеранодона. У нас есть всего 2 птеранодона. Все сделал Геныч. Все прекрасно. Блять, гемы. Сука, вот кристалл все равно висит так нормально. Нормально так висит кристальчики, братан. Нормально. Так, давай сядем. Симметрично. Так, давай. На базу пора.
Летаем на базу. Так. Кстати, у нас тут очень много всяких дружеских отношений. Мне даже приходится спрашивать, кого можно рейдить, а кого нет. Ну что ж, дорогие друзья, вот я и тут сообщаю то, что Маник туда полетел, то есть этот Моногарм. Короче, сейчас мы все это дело тут просмотрим. Ух, ебать. Вот я и говорю, фризит, сука. Пиздец, фризит. Так. Окей. Я спустился, да? Он мне сейчас это покажет. Лупа. Лупа показывает то, что тут что-то никого нет, что ли? А в смысле никого нет, были же. Кого мне рейдить-то? Лол. А, вот они все тут. Ладно, это наши друзья. Не Вот дурак, конечно, зачем? Куда полетел, блин, дурачок, зачем? Хуя он, кстати, продамажил.
Так, ладно, я погнал рейдить. Пока, блядь, за меня это не сделали, сука, весь контент обломают. Ебать. Это весело, конечно. Уже начал рейдить, но окей, я помогу. Ух, ебать. Хуяси. Там турки, что ли? Ебать, чё, в натуре турки? Ебать. А, ебать, понял где. Понял где геник. Так. Пизда, гений, кулаки. Ебать, призы пошли-то нахуй. Лучше на... Лучше на дрыке посижу, окей. Хороший рейд, мне нравится. Так, хорошо, хорошо. Хорошо идем. Так, надо посмотреть, что тут у нас. Отойди, мать, отойди, заложил. Отойди. Тормошка, фу, хрена себе, хороший дроп. Ебать, конечно, тут фризы идут в этом тумане. Ух, ебать. Хуя себе тема. Не, мне нравится. Нормально такой рейд. Окупается. Нормас. Окей, это взорвем. Почему бы и нет? Окей, элемент. Нашел неплохо. Скины. Дичь всякая. Просто дичь. Шкаф. О, X. Возьмем X. Так, это давай-ка взорвем. Отойди, Аллаху Акбар. Фигня. О, удобрение. Неплохо так. О. Как раз мне. На турки всякой дичи. Хорошо-то как.
Бензик. Так, отлично, отлично. Неплохо так в Утецке падает, неплохо. Хорош такой рейд. Ладно, подписывайся на канал, ставь лайки. Обязательно еще что-нибудь выложу. Все, давай, пока тут досмотрим. Ууу, хрена себе, кремень, 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 тема. Хороший рейд. Отличный, я бы даже сказал.